А что касается производства, что мы их ставим, это есть производство. Они зарабатывают, 100 миллионов долларов в год зарабатывают. Производство вообще элементарно. Это настолько просто и глупо. Ведь современный мир очень простой. Производить ума вообще не надо. Сейчас неплохие линии, засыпаешь в одну дырку, ингредиенты, там все это контролируется, чтобы не досыпал, знаешь у нас. Чтобы качество продукта было, и на выходе ты получаешь упакованный продукт. После этого выходишь, рвешь на себе майку, кричишь, я отечественный товаропроизводитель, пустите меня на пол. Ну, периодически наш власть заставляет разговаривать с отечественным производителем. Ну, берем пациента клинической больницы и говорим, послушай, вот ты поставил линию по производству вас. Он говорит, да, это лучшая линия, лучший вкус. Ну, начинает нагрузить грудь какую-то. Он говорит, а ты вообще понимаешь, что если ее поставить? По нынешней мощности, загружены во всей стране, по этим грёбаным бафлям, уже на 50%. И ты, идиот, еще привез линию, которая теперь сделает эту загрузку 35%. То есть мы сейчас должны кого-то выкинуть с полки, поставить тебя. Или должны признать, сейчас в России, по-моему, потребляет 2300 калорий, американского 2400 и японцы 1700. Что русские готовы потреблять 2225 калорий, потому что ты свои грёбаные бафли. Но при этом он рвет на себе майку и говорит, я отечественный товаропроизводитель. Вторая картинка. Сидит чиновник, говорит, какая великолепная сметана. Эти негодяи берут на пол. У меня вопрос к чиновнику стоит. Ты вообще знаешь, сколько эта сметана стоит? А ты знаешь, что люди, которым ты платишь 20 тысяч рублей в месяц, они просто на вот эту упаковку сметаны истратят всю свою зарплату. При этом у них есть дети, им надо снимать квартиру и все такое прочее. И они в нищете. Ты перед всей честной публикой, обманывая всех, поедает сметану, говоря, как он великолепного качества, мы выпускаем отечественного товаропроизводителя. А что себестоимость этого хендмейда страшная, и даже от вкуса в ужасе от этой сметаны. Ну, наплевать, что 80% людей в нищете живет, и они не могут себе этого позволить. Но зато ходишь в конце этой речи, рвешь на себе майку, говоришь, отечественного товаропроизводителя не пускают на полку.